Константин Левицкий, Богдан Буйлук, Андрей Соболев, в художественном фильме Михаила Пеньевского. Действие картины происходит жарким летом в забытом украинском поселке. Три отважных друга решаются бросить вызов злу, поселившимся в заброшенном доме на окраине. В помощь им лишь их честь, бесстрашие, мужество и, конечно же, огнестрельное оружие. We'll be right back.